Հայը հայուն ծանոթացնել, հայը հայուն սիրել տալ, այս է իմ փապագս ու ջանքս. Говорят, независимых людей не бывает. Но бывают люди, без которых невозможно представить страну, город. Сегодня уверенно можно сказать, что для Арцахской земли он незаменим. Человек, который для своей страны является тем огнем, который не только греет, но и освещает. Левон Айрапетян – это имя для каждого карабахца равномерно самому святому имени. Ес киса Карабахцем, горецкого мыц, киса Нахчеванцем, морецкого мыц. Я наполовину карабахский со стороны отца, наполовину нахичеванский со стороны матери. Это означало, что у меня не было родины, потому что обе стороны были в руках турков. Азербайджанцев я называю турками, потому что они доказали, что они – полудикое кочевое племя. Если бы Нахичеван был свободным и там бы жили армяне, быть может, моя любовь к родине поделилась бы. Не знаю. Со стороны матери нашим родственником был Гарегин Нажде, я внук его сестры, а со стороны отца – мы из рода князя Хачена. Из Кхорского мыц мэнк хачены ишханерицы. Левон родился в 1949 году в деревне Вак Мартакерского района. Он первый ребенок в семье. Отец, Гурген Айрапетян, был знаменитым ученым в Советском Союзе, который за научное достижение был награжден многочисленными медалями. Мать, госпожа Анжела, родила 4 детей и, естественно, занималась их воспитанием. Я родился в Карабахе, в деревне, и в 2-месячном возрасте меня перевезли во Владикавказ, в то время Орджоникидзе. Там была армянская школа. Отец мой преподавал в этой школе. Но в 1958 году Виктор Амбарсумян пригласил его в Ереван в Академию наук, где мой отец возглавил отдел цветной металлургии. Многие заводы в Алаверди и Каджаряне в России и Узбекистане работали по технологии отца. Когда семья Гургена Айрапетяна вернулась в Ереван, Левон был уже во 2 классе и начал посещать школу имени Чехова. С самого детства в нем укрепилось чувство справедливости, чести и достоинства. Были принципы, которые надо было защищать, и я всегда боролся за справедливость, говорит он. Потом, показывая на лицо, продолжает. Видите, сколько шрамов на лице? Вечно был в драках. Потому меня и исключали из школ. Поменял несколько школ. В конце попал в вечернюю школу. Удивляюсь, как я еще остался в живых. И сейчас борюсь за честность и правду. Но это уже другие бои. В основном политические и экономические. Левон унаследовал воинственный дух Карабаха. И не напрасно. Он считает карабахцев самым храбрым народом. Смотрите на страницах героической истории блестящей победы во Второй мировой войне увековечены имена. И какие имена? Маленький кусочек земли дал 3 маршалов. Ванес Баграмян, Амазас Бабаджанян, Сергей Худяков, хамберянц. Все 3 – герои Советского Союза. И, наконец, в его жилах течет кровь приверженца национально-освободительной войны Гарегина Нажде. Ինձ տարօրինակ վերջերս մեղադրում են շատ մեծ հիվանդական սիրով Հարաբաղին։ Меня обвиняют в болезненной любви к Карабаху. Я проанализировал эту мысль, чтобы понять самого себя, и не нашел ответа.
Я думаю, что это в крови, в генетике. Генетика и меч. Армяне, как правило, успешны за пределами границ нашей страны. Это изначально заложено в наших генах. Армяне отличаются своей исторической памятью и жизненной мудростью. Так он заканчивает свою мысль. Левон Айрапетян получил высшее образование в Москве, окончив философский факультет Московского государственного института. Затем окончил аспирантуру, защитил диссертацию. Из-за своего прямолинейного и смелого, правдивого и боевого характера всегда сталкивался с преградами. В то время формировались стройотряды для поездок в БАМ, в далекую Сибирь. Левон тоже решил поехать и выбрал самый экстремальный район – Заполярье. «Поскольку я обладал некоторым авторитетом и связями, – рассказывает Левон, – мне предложили организовать стройотряды и руководить ими. Я сформировал стройотряды из делегата 18-го съезда в ЛКСМ, и мы отправились в город Уренгой». Нас очень тепло проводил Леонид Брежнев. Я пробыл там 11 лет. Нелегкой была жизнь и работа Левона Айрапетяна на севере. Из-за своего неспокойного характера и нетерпимости к бюрократам часто бывали конфликты. Но он не отступал. Были и моменты отчаяния, но никогда он не бросал работу и людей. Благодаря человеческим достоинствам, осведомленности, навыкам к руководящей работе, Левон был любим во всем округе. По возвращению в Москву его приглашают на работу в редакцию «Комсомольской правды». Затем он работает в журнале «Огонек». И здесь его храброму и мятежному нраву сопутствуют преграды. За смелую и объективную литературную критику на партийной конференции Горбачев предлагает освободить Левона Айрапетяна от занимаемой должности. Но находятся честные люди и приглашают его в редакцию еженедельной газеты «Собеседник». Казалось бы, все хорошо. Работа по душе, обеспеченная жизнь, хорошая семья, две очаровательные дочери. Но настает напряженное, опасное, требующее самоотверженной борьбы и самоотдачи время, которое меняет ход его жизни, что продолжается по сей день. В бизнесе есть борьба за работу. Есть джаванак, глуховор хамбагири, мед, совета концерты, и в модерабе станами хингавр доллар. Это... К бизнесу меня подтолкнул Карабах. Я был главным редактором и получал $500, чего было вполне достаточно, чтобы содержать семью. У меня была служебная машина, получал особый паёк, был обеспечен. Но беспорядки в Карабахе уже начались, а у нас не было оружия. Советский ОМОН даже шампуры изъял у наших, чтобы те не могли обороняться. Тогда я начал присматриваться, какой бизнес даст большую прибыль. Хотя как журналиста меня не интересовал бизнес. Я вошел в бизнес по энергетике, керосину и бензину, который принес бы большую прибыль. И я смог бы решить различные вопросы в Карабахе. Когда началась война в Карабахе, я отправил свою семью в Америку в целях безопасности, поскольку в газетах я писал антиазербайджанские, антитурецкие статьи. Они взбесились и объявили меня своим врагом. Со мной ничего бы не было, но с моими детьми могло произойти что угодно. Они ходили в детсад, в школу. Поэтому я их отправил в Вашингтон, а сам приехал в Карабах. Я разъезжал туда-обратно. Мне запрещали воевать. Говорили, что сражающихся у нас много. Нет патронов. Ты занимайся этим делом. Его опека и беспокойство замешаны на заботах и проблемах его народа. Всегда и везде, где бы он ни жил, главнейшей целью было служение родине и своему народу.
Когда человек теряет родину, ему ничего больше не остается потерять. Этими чувствами руководствуется и живет Левон Айрапетян. И он посвятил себя святому делу – освобождения и процветания Арцаха. В 1992 году я начал восстановление храма Гандасар. Мои знакомые были удивлены и говорили: «Подожди, закончится война, потом спокойно будешь строить». Несмотря на то, что от бомбежек он рушился, мы снова реставрировали. Я думал, что Гандасар укрепит нашу веру и силу, и мы победим. Поэтому и строил во время войны. Церковь в Шуши построили после войны. Был у нас один по имени Гель, волк. С ним создали батальон. Даже саркуменг бомбанганумер кандумер. Мы гнорисен сарку. Вор хамолисун танк, вор крови амар. Ев эджаванак мы стекзецинг батальон. После Гандасара Левон восстановил церковь Святой Богоматери в Шуши. Войны и угнетения тысячелетиями разбрасывали армянский народ, но где бы они ни поселились, в первую очередь строили церковь и школу. Вера и образование – стимулирующая сила нашей нации, краеугольный камень существования. Это очень хорошо знает Левон из Карабаха. Вера без дела мертва. Этой формулой руководствуется успешный предприниматель России Левон Айрапетян, чья благотворительность вне критериев обычного мецената. Его благодеяния не имеют ограничений. В ряду его благотворительных реконструкций стадион Лужники в Москве, две церкви в Калужской области и женский монастырь в Дмитриевском районе. И как комментирует он, что тут удивительного? Я гражданин Москвы, живу в России, и мой долг – внести свою лепту для этой страны. Но его мысль в основном занята Карабахом. Ради Карабаха – все для Карабаха. Карабах – необычная страна. Красота неповторимой природы всегда привлекала взгляд иноземца, всегда было желание захватить, овладеть. Но эту неприступную крепость с его героическим народом нельзя было подавить. «Мы можем существовать только тогда, — говорит Левон, — когда у нас будет первоклассная профессиональная подготовка, чтобы дать отпор противнику. Мы не хотели превратить Арцах в военное государство, но были вынуждены. У нас мощная армия, но я хочу, чтобы с оружием и боеприпасами мог справиться каждый арцахец, будь это мужчина или женщина, юноша или девушка. С этой целью я создал школу кадетов, которая похожа на суворовскую школу. Нам необходима национальная гвардия». Так завершает свою мысль Левон Айрапетян. Он в курсе всего, что связано с Карабахом, поэтому ни один вопрос не решается без его совета и личного участия. А придуманная им формула «стыдно быть бедным, но позорнее быть богатым в окружении бедных» стала его девизом. Левон вложил много средств в осуществление строительной деятельности, чтобы его односельчане не бедствовали, чтобы любимый народ жил хорошо и радостно. Сегодня деревня Ванг стала предметом гордости местных жителей и восхищения приезжих. Из деревни Гандасару он построил для своих соотечественников чудесную дорогу, чтобы стал легким путь, ведущий к храму. В деревне он построил детсад на 130 мест с удобствами и мебелью, соответствующими современным требованиям.
бассейн, комнаты отдыха, спальни и зал, похожий на райскую обитель, где проводят свое счастливое детство ребята. А рядом высится идеальное строение в новом стиле школы искусств со всеми необходимыми атрибутами. Общеобразовательная школа, которая названа именем Гургена Айрапетяна, не только вызывает у всех восторг своим освещением светлых классов, просторного спортзала, библиотеки и столовой, но и обязывает. Теперь дети ни в чем не нуждаются. Ни один ученик не может плохо учиться в таких условиях. Это тоже стратегия, национальная идея. У Левона Айрапетяна особый стиль работы. Он строит и восстанавливает параллельно. Говорит, что нет столько времени, чтобы, завершив одно, перейти к другому. Круг благодеяний Левона Айрапетяна так широк, что невозможно перечислить все. В деревне он основал деревообрабатывающий завод, внедрил новейшие технологии и тем самым обеспечил работой людей. Параллельно капитально отремонтировал и оборудовал здание мэрии, чтобы руководство с удовольствием работало во благо народа. Построил цивилизованный рынок, чтобы крестьянин мог продать свои же товары и продукцию и получить прибыль. А зона отдыха и ипподром на лоне чудесной природы стали сказочным местом. Открытие каждого сооружения – праздник, ликование для народа и лично для Левона. Знаменитый итальянский певец Альбано приехал в деревню Ванг по приглашению Левона, чтобы своими песнями сделать более совершенным праздничный день. Замыслы Левона очень оригинальны и достойны того, чтобы их занести в Книгу рекордов Гиннесса. Каждый год он организовывает фестиваль состязания по забегу ослов. Это поощрительное состязание. Каждый участник получает по $100, а участники, занявшие призовые первое, второе и третье место, до $6000. Левон Айрапетян подарил очень много праздников своему народу и еще подарит. И все это для того, чтобы его соотечественники чувствовали себя хорошо и надежно и сроднились со своей землей. Людям надо помогать, сказал в одном из интервью Левон Айрапетян. Но если эта помощь не имеет развития, она превращается в попрошайничество. А попрошайничество превращает человека в нищего духом. Надо ему помочь, подумать о нашем национальном качестве. Нельзя обогащаться за счет нашего народа, и печально то, что деньги хранят за границей. Любите свой народ, и Бог даст все. Хорошие эмоции дорогого стоят. Делайте хорошие дела для своего народа, и ваша жизнь продлится. Хорошая жизнь. В 2008 году в Арцахе произошло беспрецедентное событие, аналогов которого еще не было во всем христианском мире. Состоялась большая армянская свадьба. Одновременно обвенчались 700 молодых пар из различных районов Арцаха. Инициатором, организатором и крестным отцом этого исключительного и гениального замысла был Левон Айрапетян. Меня от Хиранусом Сарке, где ты обхи.
Бать кшире, а мы не шлавали с вума, зори меч. Есть на стадии Ерур Таргум, Евлесаци, Еркуат Таумартик, Хосуминирарет, Меке Джайли Дзенуне, Меке уже Хасунацац Таумартик. Я построил гостиницу на берегу реки. Ночью там хорошо слышно все, о чем говорят. Стою на балконе и слышу, как разговаривают двое мужчин. Один молодой, другой взрослый. Молодой говорит: «Папа, я вернулся с армии, хочу жениться. Когда сможешь помочь мне пожениться?» И отец говорит: «Сын дорогой, сейчас у меня нет денег, чтобы сыграть свадьбу. Есть у меня одна корова, один теленок. Когда теленок вырастет, станет коровой, большую корову зарежу, продам, и на эти деньги сделаем свадьбу». Полюр хайре, хату карабахсенере, хар карасенере казар. У это амена каравор харсна, у мек шадананг. У это в канака амена мез зенкна. Ашхари меш. Даже чинчинелеров азга, азербайджанцы кочвелев. А армяне без свадьбы, без помолвки, не могут. Это позор. Мы малочисленны, нам надо обзаводиться потомством. Количество – самое большое оружие. Вот азербайджанцы берут количеством. Если бы не было Карабахской войны, Армения бы не очистилась. И через 20-30 лет они были бы доминантой, превзошли бы армян. И поскольку рост зависит от экономики, я решил организовать свадьбу наряду с большим строительством, начиная с колец, нарядов, столов, концертов. Надо было сделать демографический взрыв. Нужен был стимул. За первого ребенка должны дать $2000. За второго — 3000. За третьего — 5000. За четвертого — 10000. За пятого — 20000. За шестого ребенка — 50000. За седьмого — 100000. Чтобы непрерывно рождались дети. Церемония большой арцахской свадьбы должна была состояться на Степанакерском стадионе. Он предпринял до свадьбы основательную реконструкцию стадиона со спортивными комплексами, которые должны были соответствовать всем современным требованиям. В честь свадьбы был реконструирован центр Степанакерта. От площади Возрождения до стадиона была построена лестничная площадка протяженностью в 1 километр – аллея влюбленных. И по этой аллее под свадебный марш Мендельсона 1400 женихов и невест спускались к стадиону. А Левон Айрапетян с поднятым вверх крестом по-царски сопровождал молодых к влюбленному ложу, к счастью. Не каждый может посвятить себя святому и важному делу – укреплению мощи нации. Символом мысли, души и совести Левона является могущество нации – это его жизненное кредо. Арцахская свадьба привлекла внимание всего мира. Эта грандиозная акция дала арцахской земле 700 семей, которые, обзаведясь потомством, втрое увеличили численность населения. Это тоже был стратегический шаг в честь знатного крестного отца и благодетеля. Новорожденных мальчиков называют ливонами. Дай бог, чтобы эти малыши ливоны выросли и стали защитниками всего того, что основал и построил Левон Айрапетян. Его биография – яркий пример того, каких высот может достичь талантливый, одаренный и наделенный яркой индивидуальностью общественный деятель. Организаторские способности, опыт и политические знания, мудрый подход к жизни и чуткость в общении с людьми дали ему возможность всегда идти вперед и продвигать национальные проблемы. У него большой авторитет и признание за границей. Как опытный журналист, он всегда правдиво освещал арцахскую борьбу. А для признания геноцида армян он специально встречается с Обамой. Обама это адвокат, который
Встречу с Обамой я организовал специально. Стоял вопрос геноцида. За неделю до встречи показал фильм о геноциде. Несмотря на то, что европейские организации были против принятия, у меня были методы, которые прошли. Потом комитет принял резолюцию с преимущественным в один голос. Сейчас Конгресс изъял этот вопрос. Если быть последовательным, обязательно примут. Потому что истина и справедливость – самое дорогое. Он побывал везде, приобрел много хороших знакомых, друзей, единомышленников, которые приехали на 60-летний юбилей, чтобы лично передать свои искренние пожелания и любовь этому доброму и славному армянину. Все, что он делал, так или иначе, сказывалось на авторитете Российской Федерации за рубежом. Потому что и частная инициатива, и средства массовой информации – и внимание к молодежи, и уважение к религиозным традициям. Все это то, что формирует образ государства на мировой арене. Поэтому Левон Гургенович внес колоссальный вклад в международное сотрудничество. И позвольте мне на основе приказа, который по Министерству иностранных дел был подписан на днях, вручить ему соответствующую награду МИДа, которая так и называется, за вклад в международное сотрудничество. Очередной торжественный момент, очередная награда и очередные аплодисменты. Браво! Он получил много правительственных наград и медалей, но самая дорогая для него – медаль «Защитник Отечества». Как говорит он, мне понравилось. Хорошее название. Как-то обязывает. Мне очень приятно было приехать сейчас и поздравить папу с таким юбилеем. Мне было приятно быть здесь и услышать все ваши речи о всем, что папа делает для Карабаха, для Армении, для России. И к этому я хотела тоже присоединиться и добавить, что несмотря на то, что он великолепный бизнесмен и такой гражданин мира, он еще очень хороший отец. И несмотря, что он всегда уделял время всем, и всем бизнесам, и Карабаху, он всегда уделял время своей семье и очень много своей энергии для Вал, чтобы вырастить двух дочерей. И за это большое спасибо тебе, папа, и поздравляю тебя. Да, Левон Айрапетян дополняет ряд тех личностей, которые позволяют армянскому народу предстать с открытым лицом на поприще цивилизации. Это моя вторая жена. Поженились в Гандасаре. Национальность русская, но говорит, что я армянка, карабахская армянка. Ирина всегда рядом с мужем, сопровождает его из страны в страну, из города в город, повсюду вместе с Левоном. Заботится и воодушевляет его. На самом деле, если говорить о моем муже, то, наверное, самым большим и ярким впечатлением, конечно же, было наше знакомство, да, и, наверное, первые месяцы, дни нашего знакомства. И то, что меня потрясло в нем тогда, наверное, это до сих пор я несу в себе. Я никогда до этого не встречала человека, который бы так сильно любил свою родину. И это было потрясением, на самом деле, с большой буквы и в хорошем смысле этого слова. Он очень любящий. Он очень любящий, отдающий, веселый, задорный человек. Для меня он лучший в мире муж. У Левона Айрапетяна есть еще много идей. С целью осуществления одной из них он встретился в Париже со своим давним другом Шарлем Азнавуром. Я решил это все восстановить. Собрал всех богатых армян.
сказал, каждый дает по миллиону долларов. Я дал 10. Мы создаем фонд. И должно за 2 года быстро восстановить. Потом богатые люди строят себе во дворах церкви. Шарль Азнавур приветствовал эту важную и грандиозную идею и с большой любовью и волнением дал свое согласие. Левон Айрапетян доказал себе и миру то, что понятие вечности – это то, что ты оставляешь людям после себя, что-то полезное, доброе имя и память. Блаженны те, которые обретут такую же память, как ты, и не побоятся посмотреть назад, потому что надо всегда гордо повторять «вечно дело, которому ты служишь». Благословенна та земля и родители, которые породили тебя. Спасибо. Спасибо, потому что ты живешь во имя народа, заботой о народе. Les heures près de toi fuient comme des secondes. Les journées loin de toi ressemblent à des années. Qui donne à mon amour un goût de fin du monde.